Независимый депутат армянского парламента Арман Бабаджанян на очередном заседании призвал коллег набраться смелости и обвинить Россию в исходе карабахского конфликта. Он также отметил, что войну в Карабахе проиграли не только вооруженные силы Армении, но и Россия и российское оружие, из-за которого армянская армия якобы не обладает необходимой боеспособностью. «Если у нас не будет смелости заявить об этом, мы не сможем восстановить нашу армию», – сказал Бабаджанян. При этом он подчеркнул, что Россия, как стратегический союзник, должна помочь с реформированием армянской армии. По мнению Бабаджаняна, к данному процессу необходимо привлечь и другие страны, поскольку для возрождения армянской армии требуются сверхсовременные подходы.